Я Мася, скотина, ты где был? 3 дня не было дома. Кушай, кушай, кушай. Привет. Не хотел вчера ехать в кошки. Не хотел кошечки ехать, да? Ну не переживай, что ты. Он сказал вредное. Белые кошечки не хотел, голодный. Ой, голодный. Я чуть из рук не вырвал. Я рыбу делаю. Мася, ну ты жопа. Ну я тебе не снимаю в трусах. Я не буду тебя в трусах выкладывать. А если без трусов буду? Друзья, ну, так скажем, врача надо вызывать, мне кажется. Хотя, может быть, надо сейчас он доест, посмотрим еще раз. Но как будто 3 дня не ел. Может, гулял? Что за вчерашнего дня? Мася, ну рассказывай, ты не захотел кошечки ехать? Или гулял 3 дня где-то? А у нас в Калининграде ураганище был ночью такой. Сейчас ветрище дует. Так он такой мимо идет. Дождь, ветер, снег. Я открываю. Не, он такой мимо. Он думал, что никто не открыл. Такой мимо. Я открываю. Он вот здесь вот открываю. Ага. И он обратно такой. Сюда. Мочечка. Ну вот, да, сезон открылся у них. Сейчас кошечки ищут, дерутся. Надо опять сейчас обрабатывать. Весь побитый. А хочешь еще тебе ТикТок разбавлю? Че? Я в Ютуб. Пойдем со мной. Куда? А вот сюда, в окошко, глянь. Чего там? Я себе один, да? Ветрище какое был. Арку снесло. А-а-а. Да, у нас ночью вообще жесть была. В Калининграде. Такое ощущение было, как будто война началась. Как а что, у нас... Гром громыхал, Игорь, слышал? Гроза была. А что, по-моему, кажется, воду сдуло. И воды нету. Что-то происходит сейчас очень странное в Калининграде.